По словам губернатора Вениамина Кондратьева, с начала лета в регионе отдохнули больше 3,5 миллиона туристов. При этом на сентябрь все места в гостиницах и отелях практически раскуплены. По заявлениям главы региона, это означает, что высокий туристический сезон на Кубани продолжится не с июня по август, а вплоть до октября. В Минкурортов уже просчитали. По итогам лета Краснодарский край примет около 7,5 миллионов отдыхающих.